Тех, кто не отправился бороздить просторы озер, в Кировске ждали полеты на воздушном шаре. Аэростат фестиваля «Полярный день» всю неделю работал в городе, когда позволяла погода. Все желающие могли почувствовать себя воздухоплавателями и насладиться красотами Хибин с высоты птичьего полета. Воздухоплаватели из Подмосковья привезли в Кировск аэростат. Его высота 30 метров. Всех желающих он поднимает на высоту 50 метров. Над стадионом «Горняк». Привет! Подъем абсолютно безопасен. Воздушный шар крепко привязан к земле, контролируют полет лицензированные пилоты. Я начал в 2010 году. До этого я был в команде со своим другом с 2 года. То есть 8 лет я был в команде. А потом вот на соревнованиях познакомился с Дианой. И вместе мы отучились в школе, стали пилотами. В Хибинах редко бывает летная погода, отмечают пилоты. Ограничений для подъемов много. Например, ветер должен быть не сильнее 5 метров в секунду. И никаких осадков. В четверг повезло. И очередь из желающих подняться в небо была немаленькая. У тех, кто уже попробовал себя в роли воздухоплавателя, эмоции зашкаливали. Очень интересно, но страшно немного. Куча положительных эмоций, что-то необычное, заряд бодрости. Это непередаваемо, это нужно попробовать. Дарина, тебе понравилось? Угу. А как там наверху? Расскажи мне. Очень высоко. Здорово, здорово. Еще бы повыше немного. Летала первый раз. Ужасно понравилось. И на самом деле это моя очень-очень давняя мечта — прокатиться на воздушном шаре. Ну, здесь 5 минут, но эмоций хватило. Город с высоты. Ощущение земли после полета, потому что ты стоишь на земле, и такое ощущение, что ты вот на нее только-только встал. То есть ты не понимаешь вообще, что земля вот она, ну, прям неподвижная, потому что ты ударился о землю, вышел из корзины, и вот это вот ощущение земли, да, оно что-то прям необычное. Организаторы фестиваля «Полярный день» планируют продолжить полеты 6 и 7 июля на стадионе «Тирвас», если позволит погода.